Так, продолжаем выкупать всю барахло, все барахло, все цвета. Так, крючок. Ну чё, я не знаю, золотой пускай, конечно, красиво. Может, черную сталь взять, все. Стой, он ее покупает заново, что-то могу понять. Ну, наверное. Точно. То есть это все смысла нет покупать. О, черненький, неплохой. Викторианский, орнаментный. Давай орнамент возьмем. Также один только брать надо. Материалы инкрустации. Чтобы контрастировало, надо что-то светлое. Ну, пусть серебро будет. А это отдельно, короче, брать. Все понятно. Так, резьба, что-то можно вырезать. То же самое, одну только надо взять. Чё взять? Ну пусть орел будет. Жемчужную неохота, вот из черного оставляем. Ствол. Так, ну все, черная сталь берем. Боеприпасы, это что? А, это все есть. Так, магазинный карабин. Открытый прицел. Оптический. Обтяжка. Все, берем, короче, что есть.
Так, ну пистолеты черные, ладно. Тут может какое-то другое выбрать. Железо, синее. Давай синее выберем. Так, гравировочка. Что, золото взять? Кожа. Кирпичная неплохая. Шоколад оставим. Грецкий орех. Красное дерево. Боеприпасы тут есть. Так, варминт для охоты. Так, прицел. Оптику. И тут надо цвет какой-нибудь для охоты. Пускай серебро будет. Гравировочка. Так, и чтобы на серебре выделялось, надо что-то. Пускай синяя сталь. Кирпичная. Так, ну и боеприпасы тут есть. Это у нас для охоты в Армент был Спрингфилд. Прицел. Тут оптика будет. Так, ну это если у нас снайперка, то какой мы выберем? Пускай золотая будет. Just remembered I put my pistol down as a bid in poker the other night. I can't recall who won that though. Damn. Так, кожа. Какая-нибудь темная. И лак какой-нибудь. Какой тут есть. Вот этот. Неплохо. Боеприпасы есть.
Так, обрез. Обтяжка. Так, ну обрез. Пускай латунные будут. Гравировочка. Никель. Так, кожа какая-нибудь табачная. Грецкий орех. Боеприпасы есть. Синяя сталь, черная сталь. Пускай будет черная, что ли. Пускай черепок. Инкрустация у нас. Ну, пусть серебряная. Так, лак. Черное дерево. Ду подзакупился прям. Так, а там еще у нас есть какой-то магазинчик. Это у нас что? Продавец газет. Доктор есть. Там, наверное, все то же самое. А это что? Фото за головами. И это салун. Вот через дорогу, короче. Доктор. Каталог посмотрим. Тоники, стимуляторы, уход за лошадью. Еще в конюшню, кстати, надо заглянуть. А, так тут настойка. Крепкий тоник. Короче, все почти есть у меня. Ну и все. Спасибо, сэр. Значит, надо в конюшню заглянуть. Для лошадки подкупить, там делов. И в лагерь можно ехать. Где там лошадь наша, кстати? Зайдем на прокачку. Если вы потеряете седло, оно будет доставлено в вашу конюшню. Так, а мои лошади какие? А, вот. У меня все есть.
Теннессийская у меня получается тут стоит. Но это прокачалось у меня буря, ну и пускай. Покупка лошадей. Не знаю, есть ли смысл покупать. Пускай пока я не буду покупать сбрую, услуги вот это вот. Помутим. Так. В чем тут, значит, прикол? Тыкаешь и выбирать цвета можно. Но цвета это то же самое, если ты приобрел. А, она уже есть, да, цвета надо. Так, улучшенная. Че улучшенная? Ладно, потом повыбираем. Офигенное качество, говорит. Погоди. Сейчас какое-нибудь офигенное седло выберем. Ну, чем ниже, тем дороже, я так понял. И улучшенное вот это вот дороже стоит. Так, следопыт, вакера. Это уже по 80 пошло. Так, ну-ка, это что? Тут вроде подешевле, там по 48 было. Улучшенная. О, это подороже. Вот это по 85. Это черно-серое оставим. Так, сумки. Улучшенная сумка. 40 долларов. Черную сделаем. Так, стремена. Самые крутые, конечно, оставляем. Так, по итогу, что я взял? Лен, береза, осина, сталь.
Пускай вот этот будет стальной. Ну они в принципе ничего не дают, только цвета и где их смотреть. Трассы. А это что, другой какой-то матрас? А ну да. Ставим. Чё, снаряжение все, внешний вид, грива, хвост, пускай как есть, уход. Ну, переименовывать не надо. И товары для лошади какие у нас тут есть. Все закупим, короче. Все, короче, есть. Ну и все, я думаю, теперь со спокойной совестью ехать в лагерь. Там можно поулучшать все повозки эти лагерные. Держи его крепко. Кого держать, так и не понял. Это вот этот мужик что-то сказал? Ничего не понял, короче, пошел ты. Что-то лошадка как будто прокачалась. Выносливости расход меньше идет. Главное, чтобы сейчас не напал никто. До лагеря, считай, доехали. Сейчас припаркуемся. Лошадку можно почистить, покормить. И что-нибудь улучшение какие-нибудь сделать. Так, почистить. Покормить.
привязывать-то надо, нет? А привяжем, что ли? Так, теперь книгу улучшений. Пожертвовать еще можно. Они уже голодные, мистер Морган. Люди, которых... С каких пор это стало моей обязанностью? Другие выполняют свою работу. Слушайте, ну хватит уже, а? Я сейчас пожертвую, все нормально будет, брателло. Эй, Артур, чё тебе? Ох, какой же ты недовольный сукин сын. Только когда тебя вижу. Так, дать денег. А какую сумму? $5000 давай закинем, чтобы они все тут офигели. Или 10. Пришел такой Артур. Охотился 5 лет подряд. Пришел, принес. Так, что, пожертвовать. Отлично. Ну что, теперь в лагере все офигенно. Жертвовать, я думаю, уже больше не надо. 10 тысяч у них есть. А теперь улучшение как делать? Или этой книги еще не появилась? Она у этого, как он называется, у Штрауса, по-моему. О, Артур, рада тебя видеть. У тебя все хорошо, Марибет? Просто отлично, но в городе меня едва не убили. Поймали, когда я пыталась украсть кое-что в магазине. Еле спаслась. За тобой хвоста не было? Артур Морган, конечно нет. За кого ты меня принимаешь? Умница. Так, Пирсон. Что-то гроза какая-то начинается. Я думаю, спать надо ложиться. Прошу, не бейте меня. Так, создать улучшение. Но тут только денег... Тут, точнее, не только деньги нужны. Тут все закрыто. Тут все закрыто. Столы, кухня. Костер. Там всякие лоси нужны, всякая вот эта ерунда. Короче, книга это после какой-то миссии появляется. Так что я думаю, Суонсон поет. Как-то однажды вечером прибрал я виски. И словно волны Бискайского залива. Мистер Морган, мистер Морган. Мистер Пирсон. Ну и страна, ну и страна. Знаете, иногда я радуюсь, что оставил флот. Там слишком... Я упал, сломал себе нос. Это Свонсон поэт. А здесь общество куда терпимее. Вот уж не думал. Жизнь среди преступников может понравиться. Знаете, я многое повидал, сэр. Видел ужасные вещи. Свонсон. Урод поет не вовремя. Ха. Ладно, спать. Ну и утро давай. И ноги мои больше не будет в пивной. Все правильно. Ведь это то место, как нам говорят.
пришел миллиардер Артур Морган. Этот поет до сих пор.